Приветствую вас. Я на самом деле предложил бы вам смотреть в сторону не того, чтобы себя стыдить, да? А я на самом деле предлагаю вам двигаться в том направлении, чтобы определить, что стоит, условно говоря, за вашей криптоманией. Вот. Понимаете? Какая штука. И, как правило, за, значит, криптоманией, как правило, связано с тем, что человек нуждается в любви. То есть, грубо говоря, вы нуждаетесь в любви. Вот. Вы нуждаетесь в любви, вы нуждаетесь во внимании, вот, и берете вы чужое, чтобы таким образом компенсировать вот эту вот историю, что вы чувствуете себя ущемленной и так далее, вот. Ну, то есть, чувствуете себя хуже. Вы чувствуете себя хуже, чем другие люди. Вот. В этом основная причина, вероятно, по которой вы имеете такую склонность к воровству. Вот. То есть, смотрите, в общем, по направлению в того, что стоит за тем, тем, что вы крадете. Вот. То, что вы себя стыдите, это по факту, это, тоже такой симптом. Вот. На самом деле. Такая вот. То есть, как бы, испытывая стыд, вы себя, по сути, обесцениваете, принижаете и, в общем-то, не позволяете себе быть такой, какая вы есть. Вот. Такая история, на самом деле. Вот, поэтому, как бы, винить себя нет смысла, нужно работать с этим. То есть, если есть криптомания, то это заболевание, конечно, безусловно, но я лично думаю, что может быть, у вас не только в криптомании дело все, а может быть еще связана ситуация с тем, что вы, допустим, все-таки имеете какие-то психологические причины для этого. Вот, может быть, вас толкает какой-то мотив, голос, да, вот вы говорите, адреналин какой-то, то есть что это за адреналин, вы чувствуете себя как в этот момент, значимо и так далее. Вот вы говорите, что как от этого избавиться, да, избавиться, чтобы что. То есть, как бы, вот, чтобы что избавиться вы хотите. Что вы будете делать? Для чего вы хотите избавиться? Какая цель? Понимаете? Вот.
такая вот история. То есть, без цели, да, без какого-то смысла того, что вы хотите, у вас ничего не выйдет, не выйдет. Нужен именно смысл, того, что вы делаете. Вот, нужно именно так. Поэтому рассмотрите вариант движения в этом направлении. И дальше, я полагаю, уже все будет более-менее понятно вам. Вот, выбирайте себе психолога, начинайте работать, вот. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.